Рев моторов, запах жженой резины, сумасшедшей скорости и сотни лошадиных сил. И посмотрите! Это пушка! Все прелести зрелищного технического вида спорта амичи увидели на 5-м официальном Кубке Сибири по дрэк-рейсингу. 26 мая территория аэропорта Федоровка заполнилась тысячами автолюбителей. Дрэк-рейсинг – это соревнование на ускорение в парных заездах на расстоянии 402 метра. В турнире принимают участие любительские и профессионально подготовленные автомобили. Люди пришли от малого возраста до старого, потому что скорость, она не оставляет равнодушным никого. Адреналин. Ребята готовят автомобили, выбирают там все с салона, ставят мощные моторы, закись азота. Все это привозит в восторг людей, поэтому им это нравится. Ну а мы постарались сделать так, чтобы было все безопасно в первую очередь, потому что огромные скорости до 300 км в час. В этом сезоне в Кубке Сибири по дрэк-рейсингу за первенство боролись около сотни опытнейших пилотов. Помимо амичей, возможности своих специально подготовленных болидов испытывали гости из Новосибирска, Томска, Красноярска, Кургана, Новокузнецка, а также из Казахстана. На старт соревнований участники выходили в приподнятом настроении. Масса адреналина цепляешь, особенно когда на трассу выезжаешь, скорость достигает там свыше 200 км в час, конечно, адреналин через верх брызжет. Возвращаешься, когда на финиш, руки трясутся, масса эмоций положительных. По крайней мере, мне кажется, это лучшее увлечение, чем где-то просто прозябать свое время с бутылкой пива в руках во дворе. Получаю просто кучу адреналина, во-первых. Во-вторых, хорош тем, то, что здесь как бы много очень участников из других городов, и реально можно посмотреть, чем разница идет между машинами. То есть здесь не как кольцевые гонки, зависит не сколько от участника, сколько от машины зависит. Под колесами болидов стремительно таяли секунды, а от шума и скорости зрители, стоящие вдоль автомобильной взлетной полосы, приходили в восторг. Нравится скорость? Нравится, машины красивые. Все нравится, машины хорошие, мощные. Первый раз в жизни захотела побывать на стрит-рейсинге, драг-рейсинге. Праздник кайфный, очень нравится. Кубок Сибири по драг-рейсингу в итоге остался в Омске. В классе стрит самым быстрым оказался Дмитрий Барышев на Honda Civic. Лучшие секунды в группе спорт показал амич Дмитрий Кудрявцев на Toyota Marina.